Прием, прием, здорово всем, с вами Хилхёртс, и сегодня мы с вами поиграем в игру, продолжим играть в игру, которая называется Loop Hero. В общем-то, я кое-каким образом выпросил ключик, огромное спасибо. Я уже немножко отстроил, вот такой у меня лагерь, ну и давайте сразу в экспедицию. Так, у нас есть несколько новых карт. Я обязательно беру хронокристаллы и уберу вампиров, нафиг они мне нужны. И в принципе, я, наверное, даже уберу вот эту карту, не нравится мне. Не могу 11, ну 11 так 11, поехали. Немножко поднастроил управление, должно быть получше. Игра, как говорится, восхитительна своей простотой. Просто нет слов. Так, хронокристаллы сразу бахаем сюда. Пауков можно, в принципе, сюда. Луга, не знаю, пусть будут здесь. Да, у меня теперь есть план, как это делать красиво. Кого я обманываю, нету плана. Сразу два щита, зачем мне столько? Так, этот поинтереснее, нифига. Роща пусть будет, я буду застраивать большие рощевые пролеты. Почему бы и нет? Охрана кристаллы вот эту вот полоску очень сильно ускоряют. Еще маяк, серьезно? Нифига себе подарочек. Ну, давай сюда. Будем двигаться быстрее, ходить быстрее. Если честно, еще одной скорости не хватает. Ну, типа, я бы не отказался. Там скалы и луга делаем. Сюда, поехали. Скалы, горы, главное делать рядышком. А, я после каждого круга теперь паузу поставил. Довольно удобно. Еще мне понравилось реген в секунду. Врать не буду. Поле битвы давайте сюда. Так, фонари, по-моему, снижают концентрацию, что, в принципе, тоже неплохо. Правильно же? Не видно, сейчас посмотрим. Плюс кольчушка. Плюс колечко. Вот, реген в секунду. Да, отлично. Очень приятный, очень хороший бонус. Так, луга сюда строим. Горы, в принципе, давайте третьим рядом, может быть. Гору и скалу по соседству, по-моему, офигенно. Ну и рощу продолжим вот сюда двигать. Вообще, по-моему, чем больше изгибов на локации, тем круче. Казну сразу можно бахнуть куда-нибудь сюда. По идее, я обустрою потом. Маловато урона. Плюс луга. Давай сюда тогда. Пусть лучше будет, чем не будет. Так, фонарь. Давайте, может, еще застакаем. Вот сюда на изгибе поставим. Вообще шикарно. Хотя туда лучше бы хронокристалл зашел, но ничего. Сундуки дамажат очень много. Почему-то драться перестал. Немомирный сундук. Могу рон, реген в секунду, я оставлю это. Приятные бонусы. Приятные бонусы, знаете ли, всегда хорошо. Так, побольше изгибов нужно взять вот сюда. Горы... Я, наверное, застрою это пока что. Пауки вроде не опасные. Реально, звуки как будто из Бэтмена. Старый добрый дядя Бэтмен. Ну, на Дэнди там. Какой-то очень опасный слайм. Обычно они с двух ударов отъезжали. А это что-то никак. Давай сюда. Без вампиров гораздо проще. Прям серьезно. Ну, я думаю, всяко лучше моего. Пуха тоже, даже несмотря, ставим сразу.
Моя поинтереснее. Так, луга. Да, наверное, сюда поставим. Почему бы и нет? Нифига там крысопсов. Кажется, они меня просадят сильно. Ну, реген в секунду стоит оставить. Не, хотя дистарт в урон намного больше. Блин, четверых я не знаю, одолею ли я. Вроде бы да. Фига себе брони. Офигеть, с них нападало. Так. Маяк, он что, он хорошо освещает. Может быть, куда-нибудь сюда? Куда практичнее? По идее, вот сюда. Так, поле битвы у меня уже было. Сюда второе. Так, скалы. Рона кристаллы сюда давай. Горы сюда. Скалы сюда. Плюс хп. Гоблины. А, говнюки. Чем больше гор строишь, тем больше гоблинов появляется. Так, пауки давайте сюда. Луга сюда. Скалы сюда. Так, это опасно. Это вроде бы обычные сундуки. Так, палится. Прикольно. Приятно, ее легко поменять будет потом. Так, 10, уклонения нет. 13, 19, защита. Я беру из-за регена. Реген очень хорош. Видимо, косить что ли стали из-за этого оружия. Слушайте, я прям очень сильно мазать стал. Есть какой-нибудь показатель точности, может быть, я не знаю. Прям явные проблемы у нас. Блин, может, гоблинов удалим? Выглядят они уже очень опасными. Так, 14. 20-30, еще больше, но у меня нормально. Контрадар нет. Давайте луги повесим сюда. Горы сюда. Ну, максимально практично куда-нибудь сюда. Вот эта душная фигня, но это мы уже были на стриме у нас гоблины. Посмотрим, насколько они нас просадят. Рон по всему клану мнение. Не лучше, мне кажется. Второго уровня дали, вы серьезно? Так, это мы нормально, это был диалог. Так, ну плюс луга. Гаргульи зачем-то появляются. Они вроде бы не сильно опасные, насколько я могу помнить. Так, а это уже злые сундуки, да? Это кто такой, сгусток крови, офигеть. Первый раз такое вижу. Защита, вампиризм, надеваем. Тут еще и мимик меня побеждать хочет. Так, ну стоять. 15, магурон, берем. Так, стоять, казну. Даже могу ее обстроить, могу. Неприятный противник. Буду знать, что такие опасные тут живут. Еще призраки. Призраки самые душные вообще ever. Так, 15-23. Наверное, надо брать. Все, лучший урон по всем, уклонения. Ну, не, оставлю пока свое. О, слизень прям тут заславнился. Забавно. Можно вот так застакать? Не, нельзя. Буду знать. Блин, тупанул лук, не туда поставил. Надо было вот сюда ставить.
Урон радует. Врать не буду, вот тут как-то сомнения у меня возникают в плане количества противников. Пухи какие-то интересные. Так, фонарь вот сюда нужно определенно ставить, что-то просто жесть. Даже. Прям что-то оверов дофига. Ну чё, я думаю, протащим. Чё будет, если три подряд? По идее, нифига. Знаете, этих я бы удалил, наверное. Дюжи они, мне кажется, будут опасными. Одного мы еще раз на раз победим. Так, хронокристаллы. А, где эффективнее всего? Сюда, по идее. Нифига там новых противников поднавалило. Пауки, ну пусть будут. Ну, я думаю, еще попробуем. Вроде получается. Блин, с сундуками драться. Ну, сундуки хотя бы не мимики. Так. Не оставлю. Что-что, реген секунды 0.6, показалось 6. Нифига себе нападал. За реген возьму. Ни хрена себе он впитывает. Я не знаю, как призраков ломать, они очень душные в плане дамага и скорости урона. 20, 30... Давайте ради прикола возьмем, насколько быстрее будем махать. Блин, сколько душных призраков. Агрон, реген секунды, уклонение, вампиризм. Наверное, возьму. Так, луга. Рощи будут здесь у нас. Луга пусть еще здесь будут. Горы пусть сюда. Пауки сюда. Что-то сложно, кажется, будет. Боюсь, надо было убегать. Оставлю. Фига, скелеты просаживают. Куда урон по всем делся? Не, скорость атаки прикольный бонус. Реально прикольный. Давайте две скалы сделаем. Еще больше роща. Так, казна, это всегда приятно. Вокруг нее сейчас будем обустраиваться. Еще одна, да ладно. Вот так можно. Так, сейчас уже босс придет на самом-то деле. Я не уверен, что я готов. А, мы куда-нибудь сюда его бахнем, наверное. Этих я удаляю.
Так, а если 4 ячейки, нифига. Еще больше рощи. Еще больше гор. Вот, сейчас событие будет. Она прям в лагере, да? Отстой. Мне вот тут надо будет сбегать, пытаться. А может после этого на меня лично пойдет и анус мне откусит. Мы этого, поверьте мне, не хотим. Ну какой же биток. Так, чё по дамагу? Не, скорость атаки мы оставим. А, ну, вот этих надо убирать. Дюжих там дофига. Сейчас, конечно, новые появятся. Я совершил ошибку, но ничего. Фига, 8 уровня. Давай возьмем. Просто территория пауков. Да, заметно медленнее стали бить. Главное не опростоволоситься. Хотя можно было бы и лича попробовать одолеть, но что-то я ссыкую, честно. Четыре восемь реген в секунду. Блин, мне кажется, стоит того. Давай просто попробуем. Так, казну бы застроить хотя бы одну. Сейчас вот это самое душное, одна из самых душных. И потом там крепимся. Не, реген хорош, ты гляди, как регенит. Мы еще и раскидываем. Найс. Я бы на босса сходил, но мне кажется, рано. Если честно. Вау, давай возьмем. Намного чаще бить стали, намного. Если я не ошибаюсь, то вот тут я могу сбежать без проблем. Забрать казну. Да. Отступаем еще разок. Так, еще один успех, хорошо, это мы читали тоже. Можно, конечно, болото, можно гимназию взять. Могу это? Давай гимназию. Так, вот оно что. Ну это я тоже читал, в принципе, не буду читать. Еще могу построить? А, кузни бы построил. Ну давайте, пускай будет хижина травница. Это тоже читали. Так, сейчас я на минутку прервусь, и скоро продолжим. Да, в принципе, что прерываться, погнали еще разок. Что у нас по новым картам? Деревню можно было бы взять. Да давайте возьмем вместо болота уберем. Если честно, это хренатень ужасная. Я бы пауков еще убрал. Только приятное давайте оставим. Ну поехали, попробуем. Насколько я понимаю, лучше собирать что-то одно конкретное. Может на босса попробовать сходить все-таки. Что-то мне подсказывает, что шансы у меня есть. Горы пока не буду строить, хотя можно было бы. Дядя, сюда. Так, сразу казна, забавно. Прямо вот так бабахаем. Ух, козырно.
Интересно, бонусы за Академию постоянные будут или каждый раз разные? Или 6, в принципе, пофигу. Фига, кого-то шотнули аж. Бывает же такое. Так, маяк. Жалко в центре. А, есть в центре. Ну, это самое, наверное, профитное. Вот сюда. Да. Полагаю, что именно так. Поле битвы. Надо, в принципе, скалы выстраивать. Ух. Наверное, контрудар возьмем. А чем? А, целый день пробежали уже. О, противно. Всяко лучше моего на вид. Так, мистер Сундук, дай мне хорошего. Все равно лучше моего намного. Так, урон по всем. Да возьмем. Что-то противников так мало. Ухо бы хорошего. Но пока чего-то не дают. Деревня прикольная штука, она потом, когда еще у нас будут какие-то поля рисовые или пшеничные, они будут еще сильнее бустить все. Но пока у нас таких ништяков нет. Интересно, злые сундуки или нет? Блин, эта хрень успела заспавниться. А почему их пробивать перед? Что он делает? Странно, почему-то как будто минус урон. Что это за урон? По 8, по 7, смешно. По 6. Видимо, у нас большой разброс. Ну, защита больше, берем дорожный фонарь. Серая полоска, мне интересно. Когда-нибудь я разберусь. Тупо промах за промахом и промахом погоняет. Сундук быстрее убью ауешками. Так, урон, защита. Давай возьмем. Потому что по уровню больше. Это всегда хорошо. Ух, нифига себе, карта выпала. То не одно, это сразу все. Так, давай деревню. Можно деревню за деревней? Хронокристаллы на изгиб ставим. Казну ставим сюда. И сразу ее давайте заставлять. Почему бы, как говорится, и нет? Всяко лучше мы его берем, несмотря. Блин, там бандиты заспавнились. Пока не поздно, давай кристаллы сразу бахнем. По-моему, когда две деревни делаешь, появляются бандиты. Ну, или могут появиться. Я такой, бандиты, уходите нафиг. Так. Продолжаем обустройство. Здесь рощу выращиваем. Нормально хилимся. И когда мы проходим через деревню, какой-то противник получает очень сильный буст в плане ХП. Ну и становится как бы квестовым. Пуху бы. Потому что чего-то дамага не хватает чуть-чуть. Так, фонарь это, конечно, хорошо. Но лучше бы что-нибудь по оружию. Ух, берем сразу.
Вот оно. Что если три сделать? Разбойник, ты смотри какой. Да выгоднее будет сюда. Гаргулья вроде не опасная, тупо шотнули ее. Ну вот слизни избивать, это мое дело. Это мне не сложно. Может, они от магического урона падают? Так, урон по всем. Думаю, можно взять. Они еще атакуют под разный звук, это же круто. Фига, крысопсы прокусывают. Что-то как-то дюжи дофига. Даже возьму, наверное. ХП много не бывает. Так, первая прокачка произошла. Может и вторая. Набор из трех умений. Чего? Прикольно. Давай возьмем. Круг здоровья. Каждое утро меч героя наполняется свет и солнце. Следующий удар наносит по всем. Ну, такое себе, наверное, возьму. Вот это. Не знаю, насколько это практично. Ну, пусть будет так. Так, можно гор построить, кстати. Почему бы и нет? Ну или ждать казны. Так, горы сюда. Так, ну что, и ты? Не припоминаю тебя, ты похож на местного, не похож, потому что я не местный. Ага, другими словами, ты решил, будто можешь шататься тут без всяких последствий. Непростое нынче время, знаешь ли, нечего жрать, нечем промочить горло, вдобавок приходится терпеть проходимцев, которым плевать на то, что мы тут подыхаем в нищете. Что, ты решил, будто ты лучше наш? Нет. Я угадал, это был правильный ответ. У меня сложилось впечатление, что это один из тех вопросов, ответ на который не влияет на развитие событий. Ну что ж, похоже, единственное, чего ты сегодня не лишишься, так это собственной проницательности. Ну, они злые. Они быстро бьют. Если подумать, убийцы и грабители тоже часть этого мира. Стоит ли мне радоваться их появлению на моем пути, если я так стараюсь вернуть все на свои места? С другой стороны, отвращение к грабежу и головорезам тоже часть этого мира, так что позволю себе не испытывать приятных чувств по поводу этой встречи. Или неприятных. Скорость атаки хорошо. Давай возьмем. Так, луги, скалы, скалы. Гаргулья успела откуда-то прилететь. Так, нормально, контрудар берем. Так, еще немножко гор. Ага, фиг построишь. Еще немножко скал, гор. Готово. Блин, три гоблина, я не знаю, одолею ли я их. Четыре, ни хрена себе. 775 хп было. Ну, блин, почти 100 хп профукали. Я думаю, надо брать, потому что намного более дамаговый и стабильный дамаг. В нашем деле это важно.
Двигаем дальше. Там, по-моему, злые сундуки заспавнились. Это, знаете ли, не очень круто. Надо было, наверное, удалять эту клетку. Потому что на ней много нехороших заспавнилось. Но хотя, в принципе, терпим. Так, броня 400, берем. Еще немножко скал. Ну и двигаем дальше тогда. Чем больше защиты, тем, в общем-то, лучше. Плюс поле битвы. Вот опасная собака, это плохо. Как мы цель выбираем, мне интересно. Так, плюс луга. Слуга, плюс маяки. Да, можно вот так поставить. Еще можно скал чуть-чуть. Не знаю, убегать или на босса. Мне кажется, прошлый ранг гораздо был более мощный. Так что, скорее всего, убегать будем. Лучше что-нибудь построим. 44 дамажим, офигеть. Если 4 поля битвы сделать? Не перекликается. Еще одно, и будет большая гора. Так, здесь у нас роща. Эть. Нельзя. Странно. Плюс луга. А, стоп. Я нашел, откуда горгульи появляются. Фига, их впитываю прям на. Так, а, это маяки, простите, я дурачок. Горгульи с маяков, походу, забавно. О, казна, но только это уже поздно. Квестовые горгульи, которые отлетают. Будет сложно. Так, пика точеная. Защита, контрудар. Я, наверное, возьму. Так, можно бафнуться. Так, полную руку карт Софении, отныне использование карт. Прикольно. Мастер выживания, что это такое? Казна, вот я вообще не различаю, что выпадает. Но на самом деле мне по-хорошему убегать. Потому что начинаются проблемки. Так, горы сюда. Получается, горы сюда. Деревни сюда можно. Че, бандиты? Потому что скоро будет конец, как бы, без босса местности, а мне это не интересно. Думаю, и так сойдет. Не, надо убегать. Можно еще с этим подраться, конечно. Но не больше. И текаем села, видимо. Почему? Какая грязь. Мне сказали... Ай, ладно, хрен с ним. Теперь уже все. Одноразовый герой у нас. Так, хронокристаллы нас спасут. Маяки особо уже не спасут. Что из этого удалить? Да, в принципе, проходимо. Еще одна всего лишь. Деревня там хорошо лечить будет. Осталось дойти до нее.
Стоямба. Больше защиты сюда. Так, дорожный фонарь пригодится. Давайте вот сюда, их что-то дофига тут развелось. Пипяка спавнится. Прям в лагере, кстати, тогда найс. Дворец Лича. Так, крона кристаллы сюда давай. Горы давай сюда. Ух. Берем. Проще сюда. Горы сюда. Кристаллы сюда. Сколько защиты? 27. Знаете, я, наверное, возьму. Всяко меньше получать будем. Вообще урона нет. Блин, еще и казна, офигеть. Наверное, возьму. Куда бы еще? Сюда давай. Не, что-то злые прям собаки. Мы косить стали. Вообще не попадает вообще. Реген, секунду, нифига. Так, давай застраиваем. Застраиваем, говорю, нам казна нужна. Не знаю, кого удалить на самом деле. Давай этих удалим. Надеюсь, впитаем. Уж тоже не просаживаем их даже по хпшке. Берем больше дефа. Так, нам нужна казна, нам нужен лук. Горы, лес, роща. Так, что по урону? Блин, ну защита нужна, в общем-то. Гоблинов, наверное, удалять будем, они опасные. Чё по кольцам фигня? Хотя, может, Лича попробовать одолеть. Квестовый, блин, у него хп будет 8 миллионов. Ну, хотя мы хилимся неплохо. Может, попробовать Лича все-таки? Пока не знаю. Дали квест. Нет. Что нет? Хочешь собрать мир? Хочешь просить... А, я знаю, кто это. Это, короче, босяра, походу. Блин, а сейчас лич типа прилетит же, нет? Ну что, ну я их прям унижаю. Не хочу хвастаться. Их тут стало что-то прям. Ну, я думаю, одолеваем. Злым становится, когда его тиммейты побеждают.
Нет, я, наверное, все-таки не рискну. Ну, потому что сложно. Лучше ресурсов унесем, я думаю. Слушайте, я могу вот так, допустим, сделать. Это достроить. Лук. Горы, скалы. Луга, скалы. Бахнуть этого нельзя. Жаль. Было бы круто. Фига там вещей нападало. Так, 20-30. Интереснее будет. Почему нельзя? Можно, давайте убежим, наверное. Потому что мне кажется, он меня победит. Отступаем, ничего не теряем, нормально. Так, давай что-нибудь построим. Можем кузню. Можем ферму, можем гимназию. Что ферма дает? Я ее строил или нет? Я вот не пойму. Не пойму. Городом. Пшеничные поля. Классу плут. Угу. Давайте попробуем кузню бахнуть. Наковальню мне в брюхо. А, я ее делал уже, да? Ну и в следующий раз тогда мы уже пойдем на нее. Всем пока что большое спасибо за просмотр. Надеюсь, было интересно. Всем всего хорошего, счастья и здоровья. Тут еще апгрейдить можно. Улучшение даст. Открывает карту кузнечный цех. Спикопиратский бал класса. Блин, прикольно. Ну будем знать, ладно. Всем большое спасибо за просмотр. Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр и надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилл Хёртс.